Всем привет, ребятки. У меня тот же день, видео продолжаю дальше снимать. Знаете, чего хотела, ну, может, кому-то надо, девочки. Я вам когда-то давно рассказывала. Я смотрю, есть такая астролог Анжела Перл. Ну, она там и Таро раскладывает, и просто там на месяц, ну, как гороскоп тоже рассказывает. За каждый знак зодиака. И вот я всегда ее слушаю. Ну, мне больше нравится Таро расклады. И вот я включила, сейчас собираю посудомойку и думаю, сейчас я ее послушаю. Вот аж прервала и думаю, с вами пообщаюсь. И слушаю то, что она говорила на июль месяц, это ж я раньше немножко это слушала. И вот все, вот как она говорила, все так и сбывается. Даже у меня, видите, я быстрее попала домой. Вот по раскладу я по-любому должна была быть дома. Все, и дышать свободно, полной грудью. Перерождение новое, все, вернулась домой, красота. Вот, так что, девочки, кому интересно, кто любит послушать или там знать наперед, ну, я скажу, вот у меня совпадает, у Ани совпадает, вот она тоже ее смотрит, Анжела Перл. Ну, я ее не рекламирую, просто я с вами делюсь. Мне она нравится, я думаю, может, и вам понравится, потому что, девочки, я давно за нее рассказывала, вы уже ее смотрели. Ну, может, кто новенький, она в Австралии живет. Вот, сама, по-моему, украиночка. И я сейчас включила и слушаю. Да, вот все, как она говорит, так и сбывается. Ну, я бывает, знаете, как там смотрю по ситуации. Она там предупреждает, там, в такой-то день не совершайте покупки. Или наоборот, можно там, можно к доктору идти. Или делать какие-то там операцию, не стоит, стоит отложить. Ну, вот, очень даже полезная информация. Вот, думаю, поделюсь с вами. Я же еще постель даже не убрала. Женя уехал на шахту, а я решила, думаю, что я буду посуду мыть руками. Сейчас я помою в посудомойке. Тут ее разобрала, Женя ж ничего не мыл в посудомойке. Она говорит, ну что мне там одна-две тарелки, говорит, а собирать много посуды, говорит, это мне надо будет много дней, она, говорит, там засохнет так. Вот. Так что, кому интересно, включайте. Смотрите. Так, я, наверное, сейчас ее мыть не буду, потому что я загрузила не полную. Я загрузила немножко, там мало посуды, еще свободного места много, пусть будет. Так, у Микуси снова что-то стресс, что с Микуся не есть. Ну как, вчера она и корм ела, и мясо Женя отваривал, вечером поела, а сегодня что-то не хочет. Мои цветочечки любимые. Надо их, кстати... Наверное, Женя не трусил. Пойти на балкон потрусить и, наверное, промыть их надо. Вот, девчонки. Сейчас буду лекарствами заниматься, разбирать. Что еще буду? Что мне еще надо? Стирка у меня вторая уже стирается. Сейчас то подсохнет, оно на улице хорошо, тепло. И там постельное поснимали, постирали. У меня там еще стирки много стирать. Еще, наверное, два раза. Ну, наверное, на сегодня хватит. На сегодня хватит. Что-то еще хотела вам рассказать. Забыла. Ну, за Анжелу рассказала. Буду дальше слушать, потому что месяц только начался. А, и знаете, какое совпадение? Еще Женя мне вчера сказал. Он тоже ее смотрел. Ну, смотрели мы еще в июле расклад на... В июне расклад на июль. И он говорит, у нас там такое, говорит, событие, говорит, вроде бы и радость, и печаль. И радость, ну, как-то по карте передается. И я думаю, я говорю вчера, Женя даже сам сказал, говорит, вот тебе радость и печаль. Получается, мы приехали вроде бы хорошо, рады, и ну, приехали и похороны у нас в семье. Я говорю, конечно, вот, вот как оно так получается, совпадает. София пришла сейчас. София ролики занесла, они с подружкой катаются на роликах. И вот такое вот совпадение, так что, как говорится, предупрежден, вооружен, да? Чуть-чуть знаешь наперед разные жизненные ситуации, какие могут быть, да. Ну, конечно, с похоронами расстроилась я так. Ну, мы все расстроились. Конечно, она не молодая была, ну, уже бабушка. Это моя мама, родная сестра. Ну, просто она меня нянчила и в детстве, и в школу провожала, когда мама на работе была. Мы рядышком тут вместе живем.
И Анечку она мне нянчила, тоже помогала. Когда я на работу вышла, там то в садик отвезти, то забрать. Вот, в общем, ну, жизнь так устроена, что люди когда-то уходят. Каждому свое время. А так по гороскопу тоже совпало. И радость, и печаль. Я еще думаю, что такое может быть. И забыла. А сейчас думаю, включу, пересмотрю еще раз. Месяц-то только начался. Ну вот это уже и совпало. Так. Вот так. Так, Микуська, что ты у нас? Бастуешь снова? Спит. Спит и спит. Наверное, у животных есть так снова. Вроде бы и радость домой приехала, но стресс, эти все переезды туда-сюда. Вот. В магазин я не пошла, потому что я снимала видео, говорила, в магазин пойду. Не пошла я в магазин. Решили, будем доедать то, что есть, а уже, может, завтра что-то приготовлю. Первое там есть. Я как-то утром, Женя, нажарил яйца с колбасой, там бутерброды горячие. Я даже ни один бутерброд и не съела, чуть-чуть там ковырялась яйца, что-то и аппетита такого нет, неохота есть. Вот, девочки. Ладно, пошла я. Разбирать сумки, что куда складывать, уже мне, знаете, я уже там на балконе что-то потерла, помыла, но балкон внутри чистый, снаружи надо стекла помыть, грязноватые. И в шкафах уже я так смотрю, на, короче, Женя говорит, нам надо порасхламлять там половину всего. Ну да, там на Софии много вещей, наверное, уже, ну, пересмотреть, уже что малое свое тоже пересмотреть. Короче. Все, начались обычные дни, как всегда, уборка, готовка, наводить порядок, ну что, надо понаводить, перешерстить там все, перебрать. Так что будем, девочки, заниматься уборкой, переборкой, расхламлением. Вот. Забыла сказать, мне еще спрашивали про вот этот гиацинт. Женя вчера его, знаете, он, Наташа, я вот то средство для цветов, я убрал то вниз. Думаю, какое средство? Она говорит, ну, для орхидей. Я говорю, да я ничего не покупала, нет у меня никакой, она говорит, ну, подкормка, цветы подкормка. Я говорю, да ничего не покупала, у меня такого нет. Потом показывают. А он убрал, там вниз поставил, ну, где я убираю. Я говорю, ты что, это ж не для цветов, это для меня. Это такой гиацинт. Спрашивали, где его можно купить. Его можно в интернете, девочки, заказать. Я смотрела, оно продается. Вот мне сват отдал, а у него знакомый, по-моему, или кто ему... А, кто ему посоветовал? У человека язва была. И он пил эту водичку, приехал в больницу, у него все идеально. Проверили, говорит, как будто ничего не было, все зарубцовано, все идеально. Ну, я тоже буду пить. Хуже не будет. Так, добралась я до лекарств, буду сейчас лекарства разбирать. Видео смонтировала, сейчас вам видео надо загрузить. Сейчас будет пакет шуршать. Вот так все высыпать. Целом куча молуча. Немножко почитала комментарии, не все, так немного пробежала. Переживают, да, люди, что мы уехали, все, девочки. Но вот от судьбы никуда не убежишь. Знаете как, вот случай, когда мы уезжали, это было 6 апреля. И случай, не знаю, так, я не помню, какое число это, 6 было или 7 апреля, когда, ну, сказали эвакуироваться, что случилось в Краматорске на вокзале. Помните? Люди пострадали. Они стояли с вещами, эвакуировались, уезжали. И что? И погибли все. И дети, и взрослые. Так что от судьбы никуда не убежишь. Как есть, так есть. Есть, так есть, так. О, машинка уже постирала. Мои коробочки. А дома так хорошо, девчонки. Что-то надо, раз, глянул, есть. Вот на съемных, да, квартирах, там того нет, того нет. Вот как мы в Полтаве жили.
ни посуды, ну ничего нету, ни ножей, ни подушек. Это все приходилось покупать. А дома и то есть, и мясорубка есть. Вот какие-то мелочи. Вот мы с Олей разговаривали, у нее подружка в Германии. Их переселили, ну, дали квартиру. Квартира пустая. Вот, ни мебели, ничего. Просто заходишь и все. Вот представьте, купить все, вот это вилка, ложка, тарелка и все тому подобное, это сколько надо денег. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь, девочки? Ой, это этот, не смогу и с вами общаться, и тут пересматривать. Надо убрать то, что редко мы пользуемся, и то, что мы чаще пользуемся. Поближе, что редко, подальше. Так. Так, убрать. Пока никто у нас не кашляет. О, это масло, мои крепкие ногти, надо ноготок мазать. А то я уезжала и забыла. Это на большом пальце, как пустота, немножко мазать надо. Так, хлорофилипт. Сюда. Винтики, минтики. Сейчас поразгребем. Так, это Микина. Глазки протираю. Мики. Это ушки. Капать Мики. Это сюда. Ой, читала комментарий, насмеялась, я же сама с комментария вспомнила ситуацию, как мы снимали, когда Камила тянула Мики на поводке. Ой, точно не Маша и Медведь. Та прет себе, та упирается. Ой. Да, смешно. Девочкам там сегодня гости должны прийти. Я, конечно, с той девочкой хотела пообщаться, которая придет. Но не получилось, ладно. Она доктор. Доктор. Ну, значит, все нормально. Не пообщалась, ничего страшного. Так, таблетосы. Парацетамол. Где это сюда поставить? Сейчас буду переставлять с места на место. Или пусть тут стоит. Или тут стоит. Чи туды, чи сюды. Надо так подумать хорошо. Надо отключать камеру, потому что ты не можешь сосредоточиться. Девочки, самое главное, я же вам забыла показать мои очечи, которые забрали. Сейчас вам померяю. Очечи. Ну, как-то так. Все волосы распустить. Вот такие вот очки. Да, читать хорошо. Я уже пробовала. Сейчас. Ага, тут. Ну, просто так ходить нет, я не могу, мне некомфортно. А вот читать нормально. В общем, я проверяла на этих, на чеках. В чеке ничего не вижу, а так раз и видно. Вот. Так что вот такие у меня очки. Вот, вермишель швидкого приготовления. Читаю маленький, то, что маленькое. Думаю, что-то забыла показать. Так что они, видите, как с этой стороны такие, как немного, не, они не белые, такие немножко бежевые, а здесь черненькая оправа. Вот. Все. Буду читать ваши комментарии. Ладно, все, я тогда с вами на сегодня прощаюсь. Надо идти в магазин. Пошла я в магазин. Все. Пока-пока.